Александровский парк украсили плакучие ивы. За лопаты на Петроградской стороне взялись чиновники администрации и депутаты парламента. Между тем, ивы в парке могли появиться и на неделю раньше. Изначально массовая генеральная уборка была намечена на 22 апреля. Но из-за внезапного похолодания и выпавшего снега субботник перенесли на неделю. И в этот раз петербуржцы вышли убирать город, несмотря на сильный дождь и ветер. Позднее, конечно, весна. Но то, что мы город должны убрать, и мы только начинаем субботник. Я вас уверяю в том, что субботник будет продолжаться и продолжаться несколько недель, потому что мы должны обязательно где-то до середины мая убрать город. И город должен быть чистым. Единственное, что о чем всегда говорил и буду говорить и призывать всех, чтобы около домов, своих около подъездов обязательно вели порядок. Все абсолютно. Праздник чистоты стал финалом месячника благоустройства, который проходил в течение апреля. Чиновники признаются, Петроградский выгодно выделяется на фоне многих других районов города. Здесь, в принципе, меньше мусора, да и от старой листвы территорию хорошо очистили еще осенью. Тем временем работа продолжится и в мае. Район будут не только убирать, но и озеленять. Например, уже через две недели в 150 вазонов по всей Петроградской стороне высадят цветы.